Возвращаюсь из леса. Подхожу уже к школе. Что-то так невольно вспомнили школьные годы. Не хотел в школу ходить. Казалось, все это что-то такое нудное, тяжелое. Никому не нужно. Уроки, домашняя работа. Но зато раньше у нас было время. После школы. Учеба, студенчество, мотоциклы, разъезды по окрестным селам. Денег, помню, не было ни копейки. Все были счастливы. Вечером собирались, компания, друзья. Сейчас после учебы всех как взрывом по стране разбросало. Чуваши, Нижний, Саранск, Москва, Ульяновск. Даже не знаю, кто сейчас где. У всех есть теперь работа. Все зарабатывают деньги, которых так не хватало в студенческие времена. Деньги есть, времени нет. Собраться прежним коллективом, с которым было так радостно, тоже времени нет. Деньги есть, а счастья на них не купишь. Их вечно, блин, не хватает. Работаешь, работаешь, зарабатываешь, подрабатываешь. Но еще смотря у кого какие потребности. Эх, сейчас бы хотя бы одну зарплатку перенестись в прошлое, собраться, выбраться куда-нибудь на природу всей той компании, которые отдыхали. Костерку, шашлычок, уха, музыка, общение. Что-то заностальгировал я. В принципе, я думаю, пока все.